Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Дождевик ежевидно колючий встречается маленькими группами или одиночно, в основном в вересковых пустошах, лиственных лесах, на известковых почвах, в гористых и холмистых местностях, сезон лето-осень. Плодовое тело – грушевидное, яйцевидное, шаровидное, клубневидное, полусферическое, утончающееся к низу, образуя толстый и короткий пенек, уходящий в почву корневидными тоненькими гифами. Крохотные шипики размещены кольцом, окружая более крупный шип, шипики с легкостью отваливаются, оголяя гладкую поверхность. Молодые грибы имеют белую мякоть, у старых она становится споровым порошком зеленовато-бурого цвета. В центре полном созревании появляется отверстие круглой формы, откуда высыпаются споры, через верхнюю раскрывающуюся часть оболочки. Съедобен, пока сохраняет белизну, редкий гриб. Дождевик съедобен в молодом возрасте, относится к четвертой категории. Гриб употребляется вареным и сушеным.